После длительной паузы я продолжаю играть модификацию под названием Misery. Не забывайте, пожалуйста, про лайк, это очень важно. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую посмотреть с первой серии, чтобы лучше понимать суть происходящего. Не забывай также про подписку с колокольчиком, но я желаю всем приятного аппетита и просмотра, я начинаю. Итак, дорогие друзья, вернулся я в Misery, спустя там недельный перерыв, ничего не забрасывал, все нормально. В общем-то, в предыдущей серии меня закондёхали кабанеты, я прекрасно помню, и мы отправляемся на наемников их уничтожать. Ну что, давайте, кобан, идите сюда, или чё вы? А вы между... у вас междоусобица, что? Вы каннибализмом занимаетесь, что? Ну-ка, иди сюда. Сейчас давайте их тоже... Ну, на самом деле, часть телок стоит должно дорого. Нет, не надо, пожалуйста, я ж только начал серию. Капец, как долго этот дробовик заряжается. По сравнению с условным редуксом, это жесть просто какая-то. Так, ну ладно, с чем у меня вал имеется на готове? Ну-ка, иди отсюда, иди. У меня еще дроби не так много, на самом деле, чтобы сами тут мучиться. Но они, кстати, вот они идут куда-то, все, я мясо забираю тогда. Не сильно нам мне прям нужно, конечно, но... Тем не менее, это лучше, чем ничего. Так, у меня детектор же имеется, симка имеется. То есть, в теории можно... А, пси-защита херовая, пси-защита у меня, так. Завалил еще одного. Нет, не завалил, он еле ползает, по идее. Сдохни. Ой, здравствуйте. Че по дроби у меня? 49, нормально, еще живем. Ну-ка. На тебе врё. Так башкой помахал, довольно-таки забавно. Так, давай. Ну ты что думаешь? Ты боишься намочиться, что ли? Тогда умирай, раз боишься. Так, сохраняемся, потому что... А, ясно. Чисто тело мутантов. Но тут опять же, видишь, смотря, если ты по нему стреляешь слишком много раз, они из-за этого портятся. Мне писали об этом в комменты. Ну-ка, вот допустим, вот этого кентулю. А, повреждено. Видимо, они ему прям сильно повредили, что морально, что физически. Так, по поводу, кстати, вала. У меня один единичный, давайте поставим, пожалуй, потому что нужно патроны экономить. У меня вообще больше, по-моему, бронебойных, да? Да. Что сейчас выстреливаем те, которые есть, потом уже бронебойные в бой пойдут, так скажем. Ну что, будем рисковать, что-нибудь обыскивать или... Ну давай, рискнем. К тому же рисковать особо не придется. Артефакт прям вот здесь. Тихо. Что так меня жмыхнуло? Прям серьезно. А, так у меня уже... А тут ты... Чё? Тут было 3 артефакта все это время? Так, а какой из них самый радиоактивный? 17, у этого 8, у этого 6. Тогда с батарейку давай. А чё, 3 артефакта в одном месте? Это вообще возможно? Нет, нам сейчас очень сильно повезло. Правда, я не знаю, что мне делать с радиацией. Ладно, аптеку 2 пока заюзаем, хотя бы, ну, тогда быстрее все проходить. Радиация, она, конечно, противная. Но может пока какой-нибудь выложить, не знаю даже, где-нибудь, даже не знаю где. Давай, натуре, в тайник пока выложим. Главное потом не забыть про них. И уже после этого можно будет спокойно отправляться обратно на базу. Хотя бы вот так давайте сделаем, да, вот эти все симки, чтобы перегруза не было как такового. Ну, 3 артефакта в одном. Это баг? Ну, не-не-не-не-не. Мне такие баги нравятся, мне меня он устраивает на самом деле. Все нормально. Кстати, надо, наверное, кока-колы швырнуться, а то у меня совсем все плохо с весом. А сейчас мне выносливость будет ой как важна. Наемников бегать тут щеголять придется. Не знаю, может быть, попозже этот мост обыскать. Я даже не знаю. Ну ладно, в любом случае, вот сюда давайте сложим все артефакты. Надо от радиации как-то избавиться. Или фиг с ней, пусть сама от себя избавляется. Так, сюда складываем все арты. Позже их будем забирать тогда. Так, что от радиации у нас имеется? Я боюсь, что нам эффект может перебить условный, не знаю, даже вот акватобакс. Ну давай, надеюсь, не перебьет нам никакой эффект кока-колы. Все будет нормально. Так, отлично. Для начала предлагаю тогда мост имени Преображенского обыскать, хотя наемники вроде как уж больно зрячие. И вполне вероятно, что могут меня заметить. Ну, давай начнем с малого. Самого, так сказать, простого. Тут вряд ли есть артефакты, поэтому, наверное, даже детектор доставать не будем, и симка тратить тоже не будем. Так, тайник раз. Нам надо, это продадим за неплохие деньги, да и к тому уже гранаты сами по себе нужны. Забираем в том числе монеты всякие, документы нам это пригодится. А зачем я вообще ключи беру? Давайте ключи брать не будем. Вон, кстати, тайник, в котором лежит ССП-эколог, но не хочу как-то я его, честно говоря, вообще, потому что... Ну, потому что не хочу, потому что он, во-первых, он убит очень сильно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, жмыхнуло неприятно, прямо скажем. Но, в общем и целом, покажи... Что так? Что с этим скоротечением-то, ё-моё? Что ж такое-то? Мы сейчас, походу, точно перебьем эффект. Бинтики, благо, имеются. Что-то какие-то у меня проблемы возникают. А чё? Да, вот я про этих зрячих наемников тебе и говорил только что буквально. Твою мать. Какие они реально зрячие, это с ума сойти. За 3 километра меня увидели. Так, что тут у нас? Ну, ССП-эколог надо бы забрать. А, ну да, конечно. И где ты, чучело? У меня настильность, походу, вообще на нуле. Или я по нему просто не попадаю? Ой-ой-ой, как вот как серия начинается, на самом деле неудачно. Но это забей, слишком дальняя дистанция. Я вообще в жизни не попаду по нему отсюда. Где он вообще? Ну как он заагрился? Зачем, главное, он заагрился? Я не понимаю. А, ну слушай, ты мне даешь шанс. Таким образом, так, а он уже на мосту где-то. Так ты там упасть можешь с легкостью, нет? Или тебе вообще пофиг? Ну тебе найми-то. Ну... Ну вот ССП кого хочется мне все-таки взять. Так, я уже все патроны, да, потратил почти. Блин, ну что так
Тяжело-то. Я даже не был к такому готов, честно говоря. Так, со спейлковок по-любому нам надо будет взять 100%. Так, а что у нас? Что-то коцное, да, сильно? Шлем, наверное. Не, ну коцное это по-любому коцанное. Так, давай сюда. Ну да, Таника Лана. И со спейлковок мы забираем. В будущем, может быть, буду использовать, может быть, нет. Сейчас я точно это забираю. Так, мы спускаемся, давайте по-нормальному, чтобы попроще чуть-чуть нам было. Будем атаковать тогда их не с этого моста. Он уже перекрыт, очевидно. Как-то по-другому. А что за фэпос? Да твою мать, ну вы-то что тут делаете? На, не болей. Главное, чтобы на меня... Главное, чтобы наемники не загрелись лишний раз. Капец, ну на вас просто дрэп тратить я не хочу. Тихо. Капец, вы что так близко уже? Так, гранатка, видимо, сейчас меня спасла очень сильно, да? Твою мать. Куда отстаешь? А что? А что такое дробовик-то немощный? Не надо менять его на сайгу срочно. 200% надо его менять. Да что ж такое-то? Ты что с ним делаешь-то будешь, а? Я сейчас всю дрэп так потрачу. Так что ты не встал больше. А ты? Ты дурак? Или нет? А, ну ты хотя бы прилег отдохнуть. Очуметь. Очуметь. А что у вас с бессмертием? Это вообще нормально? Ладно. Надо лечиться. Надо вычинивать, допустим, нашивку долго с противогазом. Все, чинимся. Не, ну вы с ума все посходили, как будто бы, я тебе серьезно говорю, что-то вы какие-то больно жесткие. Так, и давай вот эта нашивка... Одиночек. Ну давай, нашивку одиночек используем. Нашивки плюс 3, кстати, дают. Это на самом деле не так и мало. Нам больше-то не надо. Но сейчас вопрос в другом. Противогаз, может быть, стоит снять? Что это такое? Что это за... Даже использовать нельзя. Ну свою аж убитый брать, наверное, пока не буду. И вот вас ничего даже нету толком, понимаешь? Вас даже никакого резона убивать не было. Ну что, давай, наверное, одну аптеку все-таки еще заюзаем, чтобы было фулл хп, чтобы были прям полностью готовы к наемникам. Хотя я чувствую, что 2 надо сохраниться. К наемникам я нихера не готов. Потому что сейчас... А, пиццу хотел. Сейчас эффект перебьешь же, вероятно. Ну ладно, мне кока-кола много. Че, что так пиццу хотел? Но это не энергетик, поэтому не должен эффект перебиться. Прям уж так сильно. И тут где-то очень близко находился как раз-таки тот самый найм, который, блядь, не знаю, что он выцеливал меня, патрулировал, может, ходил территорию. Единственное оправдание я ему могу дать ему, но... А где он теперь? Вот это вопрос интересный. Его нету. А, есть. Сори, прости. Ты, по-моему, в каком-то экзоскелете даже, да? Бляха, ну, надо было другой взять прицел, очевидно, для вала. Ну, хорошо, я понял, что ты здесь. Нет, ну, как вариант, можно пока прицел снять. У нас просто даже никакого коллиматора близко нету. Поэтому, даже не знаю, давай пока прицел снимем. Все равно ближняя дистанция, а там дальше уже будем думать. А в мизере можно как-то дыхание задерживать, кто знает, кто в курсе? Я просто не в теме особо этой мизеревской. Так, ну что, выходи, поговорим. Да, так, вижу. Тебе вообще пофиг? На, в шляпу. Отлично. Нет, шляпу мы убили. Но вопрос в другом. У них же сейчас по-любому не будет патронов для вала. И что мне делать в этой ситуации? У него была аптечка. Ты же на самом деле такой жирненький, чел. Да забери ты все патроны эти, господи. Так, у тебя была... Сайга. Ну, сайга мне так имеется своя вроде как. Так, вон еще вижу. Да. Надо занять нормальную позицию, а не отсюда стрелять. Так, давай, обходи. Тут позиция более-менее хорошая. Так, ну и что, и где ты? Сейчас ты в жизни не покажешься. На самом деле, тут просто уйма, я там убил буквально 5% сейчас. Точнее, одного, это есть 5%. Так, вон, вижу, подожди. Пока ты там тупишь, я тебя завалю, пожалуй. Отлично. Вы промахнулись гранатой? Это точно наемники? Или нет? Просто есть такое ощущение, что да, вот он уже один. Патроны кончились. Как так вышло? Сейчас бронебойные уже в бой пошли, по идее, сейчас они должны быстрее убивать. Да, они прям вообще рубят конкретно. Так, сохраняйся, чтобы потом не переигрывать. На нафиг. Это жестко. Как будто вот кто-то еще вот отсюда стреляет, нет? Так не кажется? Вот гады. Так, вот тут никого нету на этом мосту. Вроде как, так, перезаряжайся. Ну я говорю, их тут уйма. Я надеюсь, мне патронов хотя бы хватит, но справедливости ради, сейчас бронебойные будут их рубить вообще на повал. 200% говорю тебе. Так, думаю, противогаз пока можно снять, потому что лишнее, его как бы коцать не хочется, да и не поможет он мне нифига. Так, а кто-нибудь есть вообще? Вижу. Но нафиг. И причем он... А, ну это не он стрелял, ладно. Так, а там кто-нибудь будет еще? Вал коцанный? Вал не коцанный, вал хороший. Так, вот тут... Не, ну от смертей никто меня... Нет, ну это неприятно, конечно, но давай хотя бы аптеку используем. Тоже, вот первая граната как-то пролетела. Даже особо не почувствовал, а сейчас... Почувствовал, но я зажат. Типа, у меня нет вообще никакой информации по поводу того, где они могут быть, вижу. Так, погоди. Офигеть, вы так рашите уже, что ли, меня? А зачем? А зачем ты кидаешь гранату в этой ситуации? Ты мне объясни, дебил. Не, был бы по скиллове, я бы тебя поймал на ошибке, так вижу. Но, жестко. Ну забей, ну это сготовал. Это просто имба. Это просто имбище. А ты... Говноед, ладно, иди. Гуляй. Минус 2 я прям хороших оформил сейчас. Прям сладких. Как по тебе попасть-то? Так, убили, сохраняемся. По поводу патронов, что там у нас? А, ну только еще есть, ладно. Сколько там, 27? В обойме 20, да? А тут уже насилие, походу, решает, да? Ну, не сильно она решает.
По идее, хватит, я прям вообще нормально рассчитал, но бронебойный это забей, конечно, да. Это прям лютая имба. Вон еще додик. Так, на стильность, да, решает? Ага, можно еще выше поднять. Так, ну-ка, подожди. Ты, по идее, не станешь, конечно. Блин, ну тут за... ну на стильность надо качать, да, на стильность это прям вообще беда. И сглаживание не очень хорошее, из-за этого ничего особо не видно. Ладно, давай, 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 наверное, вот так сейчас сделаем. У нас просто патронов и так мало осталось. Надо уже рашить, как-то в более активную фазу переходить, скажем так. По идее, никого не должно быть. Я надеюсь. Но бьют, убьют, это не одна жизнь, в принципе. Просто проходим с Гансом и Мизери, вот и все. Как бы смерть не так уж тут прям карается. Так, это что такое? Нет, нам это не интересно. Фонарик на обне, пожалуйста. Это мисклик, но... Ладно. А подожди, какого... Ой, господи, ну что за чушь вообще? Хотел бит использовать. В итоге... Ты же не будешь меня до конца рашить? Ты же не конченый. Вдруг я тут сижу... Но! Не, тут жестко, я даже не ожидал, что дробовик на такой способен. Нормально. Так, а жрать захотел, поешь. Ой, ну что ж ты, ты не можешь идти кушать шоколадку, чел, объясни мне, зачем? Кстати, кого-то еще слышу, по-моему, слева. Не, слушай, тогда может с дробовиком, я... Он на людей больше, на самом деле, работает, нежели чем на... Так, давай еще... Да блин, почему стимпак-то я... Ладно, не стимпак я особо все равно не использовал, но у меня хотя бы они вроде кончились наконец-то. Ха, это забавно. Почему ты их жрешь-то, как не знаю? Твой любимый, я вроде как поменял на бинт. Ну какой ты гнидыч, ну вот как у меня горит жопа с них, а? Не могут они выйти, вот не могут они выйти сразу все, чтобы их просто... Нет, им надо сидеть в этой будке своей собачьей. Да, я еще не сохранялся ни хрена, но спасибо. Нет, ну то теперь я точно знаю, что их там еще до хрена. И что в общем и целом тост так-то неплохое оружие. Так, давай обратно. Че, есть кто? Ну вы же... Вот сейчас они в жизни не выйдут отсюда. Вот отвечаю, они отсюда вот не выйдут никогда больше. Пока я смотрю на них, они не... Ну они, может, конечно, пройдут мимо, там что-то зачекают, но... Это все фигня. Ладно, я отбегу. Пожалуй, сниму прицел, кину туда им сейчас гранату, чтобы они прикурили. Не боль... Ну, херовая граната. Но если кто-то был поблизости, как минимум он испугался, я думаю. Так, я вообще хочу включить нобный фонарик. А, да. Надо реолдиться, потому что я не знаю, как мне вырубить вид от, там, третьего лица условного. Подожди, у меня разве нет нобного фонарика? Что? Как так вышло? А, ну он в шлеме, потому что интегрирован, точно. Это тебе не ДТР, это тебе не аномали, где он в отдельный слот идет. Ну тогда надо срочно, точно опять потратить какое-то время. Ну хотя бы с фонариком нужно будет идти, фонариком получше видно будет. Минус. Но это не он, там чел в экзе, да, он до сих пор там ходит. Так, я боюсь, что он сверху где-то шляется. Да-да-да. Но он такое ощущение, что где-то прям, бля, близко, капец. И не понимаю. Я, честно, пока не догоняю, где он тут может находиться. Ладно, давайте начнем, наверное. Перестрелка раз на раз удалась, отлично. Так, бинты давай сюда, аптеки давай вот сюда. Причем это опять ничего в экзе. Либо их там несколько, скорее всего. Почему они такие трусливые-то, ничего понять не могу. Он ходит где-то вот-вот-вот здесь вот, типа. Мне как его выманивать, скажите? Так, ладно. А, у меня пули кончились. И фарик. Ладно, дробовик в бой. Ать. Че, противогаз? О-о-о. А за что? Кстати, могу себе этот вычинить ССП, но не буду, наверное, этим заниматься. Но! Не хворай, додик. ССП мне не нужен. Типа в аномалии, по аномалиям, как видишь, так нормально ходить. А че, я всех завалил? Да не может быть. Он это сделал. Ну ладно, это не было прям слишком сложно, если честно. Ну ладно. Так, давай шлем. У меня шлем вообще в мясо убитый. Так, 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 чтобы тут использовать для него? Нашивка долго, давай. Давайте, да, нашивка долго. Или что, нашивка наемников? Давай нашивку наемников используем для починки. Дальше, может, так, ручками дочиним. Так, ну а чё ручками? Вот в смысле вот этим вот. А, комбез заря. Ну, давай хотя бы комбез заря, а чё нет? Чини до конца, может, сейчас в наемниках нам попадет все-таки ут какой-нибудь интересный. Это же наборы условные. А чё, он прям сильно в мясо у тебя, что ли, хочешь сказать? Ну, до сих пор, да, так-то. Прям так сильно в мясо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я забираю все, я забираю все. А чё мне кристалл тут дает, кстати? Заживление ран, макс вес 2 килограмма. Ну, немного компенсирует, так сказать, этот вес. Так, это забираем. Батончики забираем. Вот тут, по-моему, какой-то крендель лежал. Стонал. Или чё, или он уже, походу, вылечиться успел. Я его убил. Ну, есть такое ощущение у меня, если честно. Не, ну вы богатые, дядьки. Спору нет. Наверное, сейчас противогаз все равно придется снять. Так, еще куда? Куда, наверное, я сдам на... И медузу на... дали. Да ну, вообще, медуза не, такое, не такая плохая. Ну, типа... Смотри, нет, ну он сам по себе 7 килограмм весит, то есть по факту как бы он маленько компенсирует, но так-то он бесполезный до сих пор. Так, забираем тоже.
И здесь есть, по-моему, какая-то снайперская винтовка. Так, водка привозная, давай забирать. Где-то вот здесь, по-моему. Только тут может быть чел находиться, да? Ну, вряд ли он тут уже находиться будет. Ну-ка. Да, находим СВД, но в общем и целом мне она не нужна. Патроны заберу, только и все. Так, тайник, типа, мы забрали, но вот СВД, ну давайте продадим, ладно, раз уж мы тут все подряд уже лутаем. Так, и противогазик снимаем, потому что сейчас мы здесь с ним будем бегать, мы замучимся. Ну не во всех наемниках, да, что-то прям полезное будет. Ну да. Ух ты. Причем не сильно убит, на удивление. Ну-ка, погоди. А у нас же есть оружейные наборы. Только вау. А, вау убитый, кстати. Так, стальная пряжка. Вычинивай тогда. Вау. Что-то просто механика вычинивать не хочется вообще. Так нормально будет. Так, у тебя сайга. Неплохо. Но то, что артефакты у вас падают, это, конечно, вообще жестко, я считаю. Они могут стоить там 1000 по 7 каждый. Так, еще сайга. Правда, вот у меня беды с весом. Ой, что это такое? 10 килограмм. Но у меня перекруса не будет, я уверен. Так, давай еще вот эту штуку. Очуметь, сколько мы тут всего сейчас понаходили. С ума сойти можно. Так, ну, из столов ничего прям интересного не нашли по-прежнему. Но вот артефакт, это прям вообще здорово. Так, 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 так. Все, нормально. Так, у тебя что тут было? А, низкий навык владения, то есть, если что, этот тайник стрелка мы особо не залутаем. Ибо там этот ствол будет лежать. Прелесть-то в том, что у него прицел был. А прицел-то хорошо. А сюда, ака. А, вот у меня значок перегруза наконец-таки появился. Но, видимо, все-таки 500 тонн мы таскать не можем. Да? Давай сюда, давай сюда. Да, не можем. Очень жаль, но я предлагаю пестики тогда скинуть. Вообще, этот баллон, я чувствую, он особо нихера не весит. Может, что-то и весит, поэтому пока не будем его просто так отдавать. Так, граната. Собираем, но перегруз уже имеется. Давайте баллоны сложим, потому что баллон что-то сумасшедший каких-то вес. Это очень много, не больно весит. Такое себе. Так, глушители. И надо не забыть про артефакты. Это важно сейчас. За артефакты нам еще отсыпят какую-то денежку. Я даже с артефактами не ходил, а получилось так, что нормальная ходочка получилась. По идее, с ВД мы сейчас можем вычинить и вообще бегать как истинный снайпер. Патроны у меня имеются к ней. Да слушай, это хорошая идея. Так, что тут у нас? Давай, забираем. Все это нам надо. Тут радиат сейчас будет переть, но это не важно. В общем-то, теперь отправляемся, получается, обратно на Скадовск. Еле дополз, можно сказать. Ну, реально. Просто слишком много веса. У меня надо водку, кстати, сложить. Водка пригодится для кардана. Есть такое ощущение. Ну что, поехали. Для начала давай тебе... Так, пузырь золотой рыбку, да, ты просишь меня того... Ни того, ни другого нет. Так, 5000 плюсом, ладно. Теперь поехали самое интересное. А, подожди, надо что использовать, Ой, надо использовать щипцы, пока ты тут в этом хламе их найдешь. Ну ладно, давай тогда мы последним уже будем продавать все. Ну давай СВД тогда, хотя погоди, давайте проверим насчет того, что... Так, костюм. Ну, кстати, костюм не сильный убит. Может быть, его не стоит продавать, что думаете? Так, вот это давай сразу тогда тебя складываем, значит, всякие части тел забираем. Нет, вообще не надо. 300 раз. Так, ну, пока так, ладно. А еще у меня имеется в симке, ну, артефакты мне точно не нужны будут, они не очень полезны. Чего вот ты даешь кристалл? Да нихера ты не даешь, по факту. Да, заживление ран, но не могу сказать, что это прям... Вещь, которая мне нужна. Так, чипчики, давайте, батарейка, медуза, поехали с медузы. Ну, ты не сильно дорого должен, конечно, прям взять. Но за какие-то деньги, такой неприятный бонус. Не, ну суммарно-то да. Суммарно нормально. Так, вот, видишь, 4000 стоило. Так, давай следующее, допустим, с кристаллом. Ну, кристалл, по-моему, вообще дешевый артефакт. Там буквально он стоит 1000-2, может быть, от силы. То есть полезного в нем не очень много. Нет, пятеро стоит, нормально. Так, теперь давайте следующий. Это у нас, что там следующее? Где? Почему я не могу найти щипцы? Вы их, наверное, видите сейчас в инвентаре? У меня, но я не могу, тут слишком много хлама у меня, чтобы их сейчас тут найти, вот они. Ну и батарейку давайте также сдадим. Вот батарейка должна прям десятку стоить, железная, я считаю. Потому что батарейка прям вообще редкий арт, достаточно. Шестера. Ну что-то ты поскупился, считаю, маленько. Поскупился все-таки, да? Ну давай-ка акватабакс используем, чтобы вывести радиацию. Что у нас там с СВД? Надо позырить. СВД какое убитое? Ну вот это по убитии будет, я считаю. Этот ствол, кстати, неплох. А, ну сигу нам не надо, тоже сильно она убитая в мясо. Это давайте заберем. Как я это не забрал-то? Нам это сейчас пригодится для того, чтобы шлем себе вычинить. Так, где мы эти наборы? Вот, шлем пошел. Так, нашивка наемников, поехали. Хотя я чувствую, что нашивку наемников можно продать очень дорого. Рублей за 400 каждую, ну ладно. Раз уж есть ремнаборы, то почему бы их не использовать, да? Так, у меня есть какие-то ремнаборы попроще вроде как были, или нет, или я ошибаюсь. Так, плюс 9. Ну давай плюс 12, все, до конца дочиниваем, можно сказать. Если что, сейчас купим еще ремнаборов себе. Сразу пить захотел.
С питьем тоже проблем нет. Ну и действие Кокурова тоже уже закончилось. Да. Так, погоди, убитые пушки. Во-первых, надо выбрать себе сайгу. Наверное, я вот остановлюсь вот на этой или на этой. Масса или надежность. Надежность, мне кажется, будет поважнее, как грейд. Поэтому. Так, это что, калаш? Ну, кстати, неплох, но ладно. Калаши мы сдаем. Так, масса, да, масса, вот этого надежность, именно. Ну и в принципе, так, вот это, вот эти всякие монеты тоже забирай. С ума сойти, конечно, мы денег тут нахапали сейчас, я чувствую. Плюс 6 тысяч еще, но при этом не все, я тут еще не все продал, мне 119 килограмм, с ума сойти. Погоди, а ты нам сейчас, кстати, этот эколог заберешь? Нет, не хочешь забирать. Ну, забирай тогда всякое барахло, допустим, симк, вряд ли пригодится мне больше. Так, вот это, брезенты всякие забирай. Так, ладно, тоже давайте тебе отдадим нашивки. Ну, хз, кстати, может быть, он реально прям дороже бы взял. Так, вот швейцарские ножи давайте оставим, они неплохо прям используют. В этом починке. Ой, чё продал? Сейчас главное ничего лишнего не продать, что это важно, то будет обидно. Это чуваву забирай, сигареты чуваву. Значит, вот это не надо. Так, чё я не продал? Вот это не продал. 26 тысяч. 26 косарей мы сейчас заработали. Так, это раз, два. Ну давайте за спей кулак выложим, он пока не особо нужен. Вот это тоже не надо, вот это тоже не надо пока что. Так, дальше, ноут. Ноут и всякие бумажки, которые там понаходил. Так. Думаю, заинтересует. Лагерь за 7 тысяч. Отлично. За 2. Ага. Все. КПК морг надавать не буду. Про бизнес с учеными сразу берем тогда. Заданница. Пригодится только, где эти детекторы искать. Ну, это уже ладно, это дело. В будущем, короче, разберемся, где их там искать. Ну что, я всегда думаю, предлагаю вычинивать. Ну, типа, почему нет? Вот это тебе отдаем, вот это тебе отдаем. Эту пушку можно пусть не побегать, но пока давайте складывать. Это не Калана. Ой, да ладно, не надо мне это не Калана, это очередной. Ну и давай СВД вычинивать. СВД вычиниваем. Значит, вот это вот сюда. Так, прицел. Я бы взял какой-нибудь коллиматор, у тебя навал на самом деле, слышишь? У тебя имеются какие-нибудь коллиматоры? Хера у тебя не имеется. Черт. Поганый. Ну, в всяком случае, у тебя патроны хотя бы имеются к валу, но что-то очень дорогое. Хотя бы вот такие у тебя куплю. Все, отлично. Ну, а дробовик служил нам верой и правдой. Я думаю, что уже в будущем я спокойно сайгу себе вычиню, но пока попозже. Так, ну пошли СВД вычинивать, посмотрим, за сколько ты вообще вычинишь. Погоди-ка, здорово. Может быть ты... Стоп. СВД 30%. Так мы сейчас можем вычинить с помощью ремнаборов, кстати. По идее. Какой калибр ты используешь еще раз? 7.62, я так полагаю. У тебя может даже такое иметься будет. Так, 7.62. Ну-ка, пригодится? Нет, хрень какая-то. Так, это что такое? Нет, не надо. 5.45 не надо. 12 калибр не надо. Вот, 7. Ну давай сохранимся. Я надеюсь, что это тот. Если нет, это будет печально. Отчасти. Так, это оно. Так, а что дешевле будет брать? 40... Не, ну, по факту, дешевле вот так вот сделать хотя бы, подожди. Да, СВД можно вычинить. Охотничий, водка, швейцарский нож. Что еще можем? Спрей. Очень прям по-жесткому. Вот, давайте вот эту ржаную смазку. Плюс 34. Но это неплохо. Я думаю, что сейчас вообще нормально. С 20 тысяч сейчас надо посмотреть, сколько стоит починить СВД теперь у кардана. Может быть, ремнаборами простыми дочинить уж тогда. Не, ну СВД это тема. Она... Так можно ее так и оставить пока, не? Типа, она же не сильно убитая, ну ладно. Так, 400 рублей. А, так, вот это у нас получается для всех видов оружия подходит. Ну, нам это точно пригодится в любом случае, но пока... А, ну зря я купил ее. Угу, ну ладно. Так, за сколько теперь ты мне вычинишь вот это дело? За 18 всего лишь. Всего лишь за 18 косарей. Охренеть. Щедро. Так, все у нас починено, все идеально. Грейды дешевые, ёпта, вставки давай, массу убирай, штык-нож. Не, штык-нож 2 уже стоит. Пока так давай, пока не будем сильно раскошеливаться на этот счет. Мне бы коллиматор найти. Предлагаю этот прицел пока снять, будем с вами бегать позже. И офигеть, сколько у меня имеется патрончиков. Так, погоди, я же могу сейчас по идее вот так сделать, нет? О, да ну, могу. У меня сейчас еще сайга будет, кстати. Давай! Отлично! Еще и сайга будет у меня сейчас. Все идеально. Вообще идеально. Только с весом будут беды. Ну это ладно. Это обычное дело в мизере. Беды с весом. Это норма, как говорится. Так, давай дальше. Угу. Так, стальная пряжка. Ну давай для ради разнообразия стальную пряжку используем. Плюс 33. Тут все равно от винчестера, дробовик нам, сайга будет нужна, очевидно. Может быть не сейчас, конечно, на данные наши цели какие, но в будущем точно пригодится. Ну вообще фулл грейджная сейчас по идее, да, у меня сайга. Ну 2% можно так уж как-нибудь дочинить. Так, отлично. Но с весом, да, с весом прям чувствуется, что беды имеются. Но надо разбираться, чем мы с собой таскать будем. Предлагаю тогда сейчас сайгу дочинить уже до конца и вот эти вот все грейды сделать минимальные, так скажем.
Все, пока тебе хватит. Так, далее, я хотел бы себе патрончиков для вала приобрести. Дороговато, конечно, будет. Давай раскошелимся, хрен с ним, потому что бронебойные не того стоят. Они, конечно, того стоят во всех смыслах. Так, ну сайгу, давай пока сложим, правда, с весом. А когда сетки появятся уже в продаже, что-то я не знаю, у меня сколько там? А, вылет, да, произошел? Ну ладно, на этом серию тогда и закончим.